С 10 по 18 июля в Семее проводятся финальные соревнования республиканского турнира Национальной школьной лиги «Былгары-Доп». В них принимают участие юные футболисты со всех областей страны. Организаторами выступают научно-практический центр совместно с Республиканской федерацией футбола. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях среди мальчиков 2007 и 2008 годов рождения. Главная цель турнира – пропаганда здорового образа жизни и поиск новых талантов. В турнире участвуют 8 команд со всего Казахстана. Это Алматинская, Павлодарская, Мангыстауская, Западно-Казахстанская, Атраусская, Каргандинская, Восточно-Казахстанская области и город Семей. Стоит отметить, что все они являются игроками-любителями, представляющими свои школьные команды. По результатам групповых турниров составляются полуфинальные пары, которые разыгрывают призовые места. Победители младшей возрастной группы получат кубки, медали и грамоты, а у победителей старшей группы есть возможность поехать в Европу для участия в финальной лиге «Былгары-Доп».